Председателя районного суда едва не подорвали в Днепропетровске. К двери запасного выхода, которым только он и пользуется, привязали гранату. Было это поздним вечером, потому посетителей в здании уже не было. Семерых же сотрудников эвакуировали. Прибывшие на место взрывотехники классифицировали гранату как боевую типа F1. Была она пустышка или действительно представляла угрозу, пока изучают эксперты. Она была прикреплена там магнитом к двери. Гранаты освещения изъято, мы назначили ряд экспертиз, есть ЧК, есть взрыватель вставлен, все на месте. Но это уже покажет экспертиза, насколько она взрывоопасна была, эта граната.